Как в ограде в новом Воронеже жила была девица Ладушка, а было ей от роду 10 лет и 6 годов. Шла она раз дорогой неблизкою, окольную, в отчий дом, и школы и повстречала кота Горюна, холодного, голодного, бездомного. Почесала девица его за ухом, да погладила по головушке, и дальше поспешила. Бежал Котофей за Ладушкой до самого дома, не боялся ни собаки лютой. Пожалела девица котейку, вынесла ему кусочек колбасы лекарской, вкуса сказочного, и плошку молока губернаторского. При таковых словах выдернул Котофей у себя один ус, мявкнул 3 раза через голову, перекувернулся, бросил ус за спину и промурлыкал: «Волшебный ус теряю, желание исполняю, Ладушкиного батюшка от хори избавляю». Вышел встречать дочь батюшка из-за дома. Кот к папеньке ластится, а отец удивляется: «Что за диво? Котейка ластится, а я не хвораю, не плачу, не чихаю. Раз ты по душе мне и моей дочери пригожий, будь нам верным другом, товарищем, стереги кладовую нашу от мышей и воришек, развлекай нас в печали, а за службу твою положу я тебе жалование царское, сметану ложку да курью ножку». Позвали они матушку, поведали ей чудо великое и стали дружно жить, поживать, да добра наживать. Жил-был кот Колоброд, он развел огород, уродился огурец, тут и сказочки конец, а кто слушал, молодец.